Да, наверное, крест какой-нибудь. Какой-то берег вот такой. Песочный. Ба, маяк! Такая вот набережная вторая. Вода, кстати, что-то цветет, что ли? Цветет, похоже. Ну, смотрите, какая вода. Пальмы какие-то. Да, вот надо. Смотрите, оказывается, какая тут набережная там. А я что-то тогда проходил, в 2019-м. Дошел до какой-то разрухи, там развернулся и пошел обратно. Тут вон там таунхаус стоит. Похоже. Это я уже снимал, вон, смотрите, какой это кач. Какой кадр крутой. Так вот еще. Где этот маяк-то? Ладно. Вода какая красивая. Там вроде маяк или что там. Вроде маяк. Да, красиво. Надо быстрее идти, потому что времени не особо так много. Не особо так много времени. В общем, вон. Набережная. А если туда вот нырнуть, то, блин, там, я думаю, глубина-то хорошая будет. Граффити нормальная. Неплохо, но как-то скучновато, я скажу. Конечно, вот эти вот фонарики. Неплохо. Что там дальше есть? Что-нибудь? Нет. Ну, вон, видите, какие фонарики. Да, он надо, блин. Тут, наверное, уже Приморский портпоселок. Это прям раздолье бегать. Лестница идет туда наверх. Не знаю, там остановка есть, нет. Вот облом будет, если я поднимусь. Там остановки ни хрена нет.
Смотрите, какой лес. Ладно, выбраться из него, блин. Там музыка орёт какой-то, этот пансионат. В общем, прошел я весь берег этот. Не скажу, что он большой. То есть по расстоянию большой. Так-то интересный, но не стоит он того, какой. Так. Стоит оно того, не стоит. На лесопарк выйти бы. Так. И туда, блин, пойти. И сюда пойти, блин. Ой, туда вот идти. Ой, как пахнет. Сосны, не знаю, не сосны. В общем, запах вообще. Как на турбазе был. Ай, блин, она так идет в ту дорогу. Что же это такое? Что-то все шуршит, блин, шуршит. А где-то здесь я зимой шел, тоже в 2012 году. Блин. Так должно нормально быть. Там вот уже где-то он в той стороне шумит. Дорога шумит. Блин, вот это да. Тяжело идти, такая песчаная дорога, блин. Она еще и вверх идет. О. А-а-а. Вот я, похоже, сейчас и выйду. Липки пошли, значит, уже где-то близко дорог. Блин, зачем я сюда зашел? Дятел где-то долбит.
Блин, какая поганая дорога. Песчаная. Ой, блин. Это мучение какое-то. Ой, блин. И лес красивый, и идти надо, чтобы попасть на другую набережную. Потом еще и надо бы дома поснимать. Я думаю, я приеду. По крайней мере, я уже знаю, что в 6 отправляется эта электричка проклятая, на которую я сегодня опоздал. Не знаю, завал, по-моему, в красный идет, в желтый, точнее. Но, не знаю, потом, может быть, перейти. По крайней мере, лучше, чем розовый. В розовый завал идет. Хотя вот я сейчас смотрю, вроде как розовая земля. Либо у меня глаза уже воспринимают землю как розовую после этих всех видео. Вот, в принципе, и вышел, блин. Берег я не стал снимать, потому что все одинаково. Фух. Уж папоротники какие-то. Вот как в этом были. Тоже на турбазе. А это что, газ, что ли? Вот я вернулся, блин, потому что маршрута какая-то нет, нифига почему-то. Видимо, когда я ехал сюда, была пробка на газ. Так вот, походу газ. Почему я решил, потому что... Да, красивые фигуры. Вот она, газ, походу. Вон там машинки едут. Видно, кстати, хреновенько едут. Вот, это где-то желтые фигнюшки. Извините, не знаю, как их назвать. Ну, короче, какие-то там мужики сидят.
Вот как я и предполагал, сюда лучше не идти. Ну чем-то на Черном море такой обрыв есть. В общем, я думаю, этот обрыв вот тут делали, насыпали, потому что это же искусственно и все. Вот. И тут где-то вот мертвый город есть, который Ставрополь на Волге назывался. Эх, блин, люди, блин. Как такие можем быть? Взяли город, засыпали, блин. Что ж, моя рука. Ну, все равно это же эти. Что это? Ай, красотень какая. Если бы только фокус настраивался еще.
Офигеть, блин. Он 328. Он чё получается вот так ходит? Нифига. Тут что-то начинается, блин. Сейчас посмотрите, какой тут ракурс. Вон баржа, по-моему, разворачивается. Yeah.